Welcome to the Power of Faith and the Ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. Cry out and shout, thou inhabitants of Zion, for great is the Holy One in the midst of thee. Man to Jesus, когда к Иисусу привели этого, принесли этого парализованного человека, he asked them the question, то он задал им вопрос, which is the easiest, что проще, to forgive sin, простить грехи, or to make the man walk, или сделать так, чтобы этот больной смог ходить. But Jesus was the only one with the power, но Иисус единственный обладал такой силой, to work the miracle, чтобы совершать чудеса. He had the power, у него была сила, and he said to the man, и он сказал этому человеку, get up and walk, встань и ходи. So he forgave his sin, он простил его грехи, and he healed his sickness, и исцелил его болезнь. But you know the key to this is forgiveness. Но вы знаете, здесь ключевой момент – это прощение. You know, if we want forgiveness, если мы сами хотим обрести прощение, we have to be willing to forgive, то мы должны быть готовы прощать других. Because when they took Jesus to die, когда Иисуса вели на смерть, he did not curse his persecutors, он не проклинал тех, кто его преследовал. He said, Father, forgive them. Наоборот, он молился Богу и говорил, Отче, прости им. I can remember some years ago, и я помню, несколько лет назад, when the freedom first came in Romania, это уже достаточно много лет назад, когда свобода только пришла в Румынию, and I was in a bigger stadium than this, и я был на стадионе побольше, чем этот. We had 15,000 people, там было собрано 15 тысяч человек. And I was teaching the people forgiveness. И я говорил людям и учил их о прощении. Because this is what God says. Потому что Бог говорит так. If we want him to forgive us, если мы хотим, чтобы Бог простил we нас, have to forgive those who persecute us, то мы, в свою очередь, должны прощать тех, которые преследовали and I was saying to the people in the stadium, нас. И я сказал людям на стадионе, dictator, your tyrant was only killed a few days ago. И это было спустя всего несколько дней после того, как был казнен диктатор Чаушеску там. And I said the secret police who put your families in prison.
И я сказал людям, собравшимся там, что те служащие тайной полиции, которые, возможно, ваших родственников бросали в тюрьму, которые убивали ваших отцов, ваших сыновей, я сказал, что эти члены тайной полиции, они здесь. But the Bible says, на стадионе, среди нас. If we want forgiveness, но Библия говорит, что если мы хотим обрести прощение, то мы должны простить. And it was one of the most moving days of my life. Это был один из самых трогательных дней в моей жизни. Thousands of those people, тысячи людей, собранных там тогда, who had come out of years of persecution, которые в течение многих лет испытывали серьезные гонения и притеснения. They asked forgiveness, они попросили прощения, of their persecutors, у своих гонителей. And it brought a tremendous change. И это принесло невероятные изменения. Only a short time ago, и не так давно, I saw a big miracle. Я был свидетелем большого чуда. Some of you are Ukrainian. Некоторые из вас приехали сюда из Украины. Some of you are Russian. Некоторые из России. And I called a national day of prayer in Ukraine. Я организовал национальный день молитвы в Украине. Because in the Bible this is what it says. Потому что в Библии сказано вот так. If my people who are called by my name, если народ мой, который именуется именем моим, will humble themselves, смирится and pray, и будет молиться, I will forgive their sin, то я прощу их грех, and I will heal their land, и я исцелю их землю. And I said, if every religious leader in Ukraine, и я сказал, если бы каждый религиозный лидер в Украине will come together, смог бы приехать. And on the 18th of June this year, на подобное служение и 18 июня вот этого года, for the first time in history, впервые в истории, every Christian leader in Ukraine, все христианские лидеры Украины, bishops, епископы, archbishops, и архиепископы, pastors, президенты церковных, came together, деноминации, они собрались in front of 6,500 people. И там было 6500 человек. And they prayed for the deliverance of the Ukraine. И они молились за избавление Украины. But we not only prayed for the Ukraine. Но мы не только молились за Украину. We prayed for Russia. Мы молились и за Россию. We prayed for peace. Мы молились за то, чтобы пришел мир. To come between the two nations. Между этими двумя странами. And to hear those men pray. И когда я слышал, как эти пасторы, эти служители молились, this is what they said. И вот что они говорили. They said, if we had been faithful to God, они сказали, если бы мы были верны Богу, if we had not sinned, если бы мы не грешили, then in our country, тогда в нашей стране people would not be dying, люди бы не умирали, there would not be war, не было бы войны. And they asked God for forgiveness. И они просили прощения у Бога. And there is a tremendous change in that nation. И такие значительные перемены происходят в этой стране. Because they asked God's forgiveness. Потому что люди попросили прощения у Бога. And God says. И Бог говорит. In the Ukraine. В Украине. He says, if my people. Он говорит для Украины, если мой народ. Мой народ will humble themselves and pray, смирится и будет молиться. I will not only forgive their sin, Бог говорит, я не просто прощу их грех, but I will heal their land. Но я исцелю их землю. You see, even today, и даже сегодня, in your Bible, в вашей Библии, in the Jewish scripture, в еврейском писании, what we see is this, что мы видим? Forgiveness and healing. Прощение и исцеление. Are together. Это два понятия, которые идут вместе. That's why Jesus with this man. И поэтому Иисус, общаясь вот с этим парализованным, he said, your sin is forgiven. Сказал ему, прощаются тебе грехи твои. Then he said, be healed and walk. И потом он сказал ему, будь исцелен и ходи. Thank you for listening to The Power of Faith, broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines, and books for your growth in God.
We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong, www.vinesong.com.